Все, погнали. Я тоже. Пошла. Да. У них заложник наверху, Эли Морет. Да, заложников почти нету, но у них А где вообще главный заложники? Я заложник. не вижу. Самый главный. Эли Морет. Есть Наверху. заложники. Здесь два заложника. Два заложника. Эли Морати и кто? Али, смотрите, пацаны. Пацаны, мы можем... Там только... Они все в углу, понимаете? Мы их зажмем втроем. Смотрите, короче. Сэм. Да. Сэм, пока есть так время. Так все, поставьте... чё? Так всем, что ждать? Тихо, подожди. Молчать. Короче, смотрите. Мы... Здесь есть два заложника. Они очень в узком проулке. Мы можем всех слить. Да? А в то время вы будете делать штурм. Но... Вы для начала глушилку поставьте, пока время есть. А мы это все будем фрапсить. Да. И там еще директор. Директор. Кто-нибудь на директоре должен стоять. Этот, со мной, Макс. Марк, ты, короче, заложников освобождаешь, да? Если два человека, ну там максимум. Там вообще заложников нету, да? Никто заложник. Меня, по-моему, это, узнали. Я вышел оттуда, потому что меня там кто-то мне стоит писал. Короче, смотри, Сэм. Сэм, давай сейчас я глушилку поставлю. Я свет вырубаю. А где свет? Вот я. Иди сюда, Макс. Макс, иди-ка сюда, зафрапсишь. Бля. Кто фрапсик еще? Влад, ты будешь? Макс, смотри, там людей нет. Макс, зайди. Окей, ты пойди сюда, глушилку поставь. И... Леброн, тихо, блин, не беси. Вот, да, ставь, короче, я тут пойдем туда, я свет вырублю. Нет, надо, это, они директора пекут, Элю Моретти и Антонио Деранте. Эли Моретти и Антонио Деранте. Я не знаю, это не директор Элема. Он наверху там, короче, два заложника, они всех, да, наверх, беги, вперед, вон, где этот, там, короче, два заложника, этот, СМИ. Они, короче, все наверху стоят. Пекут. Я глушилку поставил. Кто-то, кому там нужно было свет? Кто там? Иди сюда. Хотя окна здесь сюда поставил. А ты где? Выбегай. Вот тут. Вот я, Джеймс Трейс. Стою. Да, вот, тебя Рэн Трейс, который забыл. Только прикрытие не снимай. Где ты? Я не знаю, где ты. Блять, вот я стою. Иди сюда. Скажи, Ник, скажи. А вот, Марк, все, вот я, вот. Пошли, там, свет вырубишь. Тут быстрее. Иди сюда. Да, Run Price. Он узнал. Да. Вот почему не надо. Ваша теракт продолжается? Теракт продолжается? Продолжается. Все, давайте. Так, это вырубили. Всё. Так, ребят, а бомба есть? Сразу глушилку, давайте. Или ставим мы... Глушилку поставим. Электро... Свет вырубили. Все, это на фразу. Там волны будут пускать? Электромагнитные будут. Сэм. Да, Сэм. Да. Сейчас мы с Максом быстро зайдем с Леброном. Убьем тех людей, кто охраняет заложников. А вы резко будете делать штурм. Но здесь людей нас очень мало. Стойте. Нас не хватит. Может, пацаны, меня слушайте. Здесь, короче, два смешника, да? Вроде как-то блатных. И они, короче, стоят всей толпой, их этих пекут. Заложник только один, да? Да, заложник только один. А, их... Вроде два, вроде один, короче, да? Заложник. Их вообще... Вот. Вот этот... Сейчас скажу. Эли Моретти и Антонио Дуранте. Вот. Вот их пекут, стоят. Здесь вынести их вообще тяжело будет. Они сразу заложников сольют. Ты понимаешь, там узкий проулок. Мы их просто трём, просто деглами зажмём. Нет, вы где студия? А на третьем этаже там, короче, два этого, два смешника. Они двух смешников на третьем этаже держат. Да фиг с ними, нам главное двух заложников спасти. Нам главное, чтобы двух заложников. Есть заложники смешники. Кто на переговоры? О, давайте с кем на переговоры смотаюсь. С кем? О, давайте...
У вас прикрытие, ребята, не тупите. Ну, еще с кем-то. Сейчас, Сэм, нужно как-то включить это, позвать ему. Все, давай вот я с Биллом пойду. Давай, идите тогда. Сейчас выезжаю и еду. Ну подожди, смотря сколько они хотят, может проще деньги отдать. Сейчас. Народу мало, вряд ли затащим. Пацаны, реально? Может реально мы лучше деньги, потому что здесь вот они с ним что-то сделают. Тихо, сейчас мы его с Биллом идем. Они тебя сейчас заложники, Джеймс, они тебя заложники возьмут. Паша, слышите, на втором и третьем уровне очень опасно. Со стороны есть стойки, там очень опасно, то есть когда можешь забежать, они все наверху обстреливают. А, да, ну пойми, нам главное заложника спасти, а чтоб убить тех людей, нам нужно... Знаете, есть один выбор. Есть прикрытие сейчас щитами, то есть щитами ребята, прикрываться. Смотрите, есть возможность прикрываться щитами. Пацаны, есть возможность прикрываться щитами, забегать следующая команда. Они начинают щиты стрелять. Ребята, тихо, я на переговоры, меня уже в заложники забирают, я в шоке. Это не запрещено. Давайте на переговоры сначала. Если не без заложники, если они тебя взяли в заложники. Мы едем. А если они тебя взяли в заложники, то ты фрапси ЖБ на них пишем. Лидеру предадут. Они переговорщиков. Скажи, условия помнят. Джеймс, скажи. Запрещено. Заложники. Переговорщиков в заложники запрещено. Давайте, кто там на переговор? Уже зашел. Я уже там. 150к хотят. 50к? Да, 150к, ребята. Так, не, это много, реально. Это больше, чем надо. Так, ребят, подождите. Минимально, слышите? Минимально 100к, 100к, 60к. Нет, никаких 100к, 60к нормальных. Помните захват в РМ? Да тихо вы. Тихо. Говорите кто-нибудь по одному. Да тихо, короче, пиши. Ребят, 100 тысяч просят. Кто-то в город пишет ЖБ. Тихо. По одному. Я не забрали в... Все, тихо, все нормально. Смотрите. Офигите, здесь сколько. Не помню, еще одного смешника. Не, ребята, все пиздец, я не знаю. Короче, ребята, все на все там. Про все, на все про все 10 минут слока просит. А у нас тут сгульки нос, ребят. Короче, наверное, нужно деньги платить. А то здесь что-то все. У нас мало людей очень. Деньги будем платить однозначно. Давайте счет говорить. Можете? Счет. Может, пацаны, может договоримся, чтобы меньше? Договаривайтесь, конечно. А, сейчас договариваюсь, подождите, ребят, сейчас я пойду. Давайте, договаривайся. Они сказали, мы здесь, они тебе ответят, смотри как ответят. Здесь мы ставим условия, а не вы, и все. Скажите, ну с такими условиями работать тяжело. Да. Толп. Я слушаю. Толп. Сколько хотите за спросить? Спроси, сколько хотите. Там же говорили, я сейчас напишу 60к и проход. Даем вам проход. Да, сейчас ему позовет. Потому что был захват СФЛМ. И победите, может. Деньги будем отдавать, какой МО? Знаете номер счета? Стой, Джеймс, ты номер счета скопировал. На 60к, нет, на 60к добавлю. Я договариваюсь на 60к, тихо, подожди. Ладно. 60к и свободный проход.
А Вин пишет, вы договориться хотите? Ладно, пишет. У нас новые требования. У них новые требования. Что, офигел, что ли? Что-то опять сейчас будет. Я чего отвечаю? Сейчас, походу, цену повысят или еще какую-то херню. Нет, цену не повысят, они, короче, знаешь... Леброн, у тебя маска слетела! Убегай оттуда, убегай быстрее. Вот облома. Ребята, 65к, ребята, 65к. Вот. И что? И свободный проход, да? Чё, напишите в рацию, слышите, не? В рацию напишите. Сейчас напишу, тихо. Я поехал переводить деньги. Прости, скажи, что прости, деньги будут. Чёрт, прости. Нас мало, мы не сможем штурмануть. Их три раза больше. Опять бабки уходят. Опять бабки от Артура сами уходят. Это ж казна, когда какая большая пришла. Ага, ты думаешь, казна? А? Уже на три. Но мы что проиграем? Мы что проиграем? Турмовать не будем однозначно. Скажите, чтобы СВАТ ФБР... Нет. В общем, СВАТ свободно, ФБР пускай остается. Все, ребят, сейчас счет кидаю. А здесь только два ФБР, заберите, не думаю. Три. Пишу СВАТ, все свободны, пишу, пацаны, эй. А сейчас попросит свободный выход. Все, смотрите, все, счет написал. Все, короче. Вижу, сейчас переведу, скажи. Все хорошо. Через 10 минут, значит, ну, убывали, ну, да пакуйте вы его, чё, вот, вот это вообще неадекват, короче, вот это он выходит, ПГшит. Если сейчас он ещё раз выйдет, я её зафрапшу. Да он ещё раз выйдет, мы его берём, заламываем. Кто-нибудь есть с дубиной, хотя бы? Да, не, погоди, если, сейчас пусть ПГшик выбежит, я сейчас её зафрапшу, нафиг. Задобал он меня уже выходить. Да я так сегодня деньги перевожу, слышишь? Пацаны, да, дайте я сейчас этот, короче, деньги не обижайтесь, если типа электромагнитно. Ой-ой-ой. Ребята, слушайте, ребята, кто помнит Томаса Гибсона? Вот Макс должен помнить или Брон? Я помню. Да Суха пишет, Суха бил, привет от Томаса Гибсона, блядь, я чуть не умер, нахуй. Деньги переведены? Переведены? Скажи, что деньги переведены. У обиды на всю жизнь. Да не надо в жизни смысла туда заходить. Макс, ты куда? Нет смысла просто заходить. Меня они не знают. Ну, я только что поднялся. Да, меня вот дома с Гисом, наверное, помнят. Цезарь бам. Нет, я короче написал сейчас. Так, мы сейчас выйдем и проверим. Япон, они сейчас заложников будут. Я захожу, пацаны, на переговоры. Да я уже на переговорах, Леброн. Какие переговоры? Боже мой, Леброн, выйди отсюда переговоры. Нахер. Просто скажи, что деньги переведены. Леброн, выйди отсюда. Да расслабьте. Фига, второй раз писать, деньги переведены. Ты понимаешь, что здесь и бага, есть еще такие люди, которые считают, что они выше всех и просто подходят, типа начинают, то типа они на теракте, это мафия, это еще кто-то. Ну, да, сейчас да. Такой, ну, создать новое правило, что если похищают, то одна банда. Нельзя, что там половина вагаса, половина багаса, один РМ. Они плутаются и начинают какую-то хрень делать. Вот тут как вот этот Данила вот этот. Скажи, пусть заложников выводят, пусть заложников выводят. Смешников особенно. Да, нельзя, это снова нарушение правил. Нельзя, если деньги переведены, нельзя заложников убивать, забирать. Так, что сказать, пусть выведут заложников, да? Да, выводите заложников. А если не выведут заложников, можем их штурм сделать, в принципе. Может вы эти снимем? Снимите. Зачем? В смысле? Нас, да. нас,
Не понял, ДПСник, что на теракте делать? Что ДПСник со своим ограждением делает на теракт? Леватик чертям. 190. Миша, мешает. Все. Пусть уходит. Давайте, Данила. Вот выход свободный. Ну, пацаны, мы освободили. Все, все, ребят, они уходят, ребят. Все, все, быстро, быстро, отошли, отошли. А стоп, а где у них заложники были? Вопрос. Труди. А, да, другой этаж, ребят. Второй этаж, второй этаж. Все, нет, они уходят, они я. А вот я вижу, вам. Да. Ты гребаный ПГшник, смотри, смотри. Мы могли раз вот этого Данила, сейчас мы могли раз в два просто убить. Какой этаж заложники? Я так и не понял. Заходим, пацан. Заходим, убираем эти ПРП, там заложники там освободили. Все, 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 по заложнике и все. Давайте, погнали. Вон они, третий этаж. Да, да, сейчас да, все, погнали. Тяп за 65к. Это же ПГ. Опа! Неадекват, балатый. Опа, так вот покойся, кто-то еще не успел уйти. Да. Вон на первом этаже. Так он по мне прям палить начал. Вот их сколько. Побежали, когда был сам. Я здесь. Да, он вообще какой-то немного неадекватный. Пакути? Да, сейчас, погодите, Пакути, кто там внизу? Тут Майка Пакути, тоже остался. Да. А где ты, Тарем, где он находится? Сейчас. Пишите, глушите наушники, ПРП выводите. Глушите на... Все, все чисто, от души. Был бы людей побольше. Был бы штурм, мне бы понравилось. Ты видел, какая там толпа сидела людей? Вот они там и сидели. Полковник ЛВ, прием. Бил. Все, ребята, сказал. Выходим, выходим. Все, давайте, выходим. У них там заложено. Какого, Макс? Это о чем? Сам! Сам, сам, стой, сам! Сам! Блядь. Сам слышишь? Да. Так, слушай, я еще помню, когда-то я был сержантом, и ты был старшим сержантом. Играли, короче, стоят. Ты был СПД, кстати. На этом, на таможне стояли. Бля, до сих пор что-то вспомнилось мне. Нашел о чем вспомнить, конечно. Эй, нашел о чем вспомнить. Да, короче. Накосячили, вот. Да все нормально, все, ребят. Артур! Артур! Да. Ты в субботу отдыхаешь? Да. На души. Ой, блин, а ну что, нормальный ты... теракт. Или работай. А? Ты где учишься или работаешь? Артур. Я не слышу тебя. Я тоже тебя ищу. Ты где работаешь или учишься, где? В технаре я учусь. У вас пяти или шестиднёк? Шесть. На субботу отдыхаешь, да? Всё, пацаны, я на это прошу. Данила жалобу написал за ПГ, всё. А, пойду, выложусь. Что у тебя есть фрапс, как он здесь орал, что деньги...